Ну, чуть-чуть, вот на самом деле, видите, она расправится, она практически соответствует, ну, на сантиметр меньше, чем мы хотели. Здесь, а здесь она как раз, то есть получается, вот наша коса, по длине она, в общем-то, тоже, ну, чуть-чуть длиннее, чем мы собирались, не критично. И вот она вот так вот у нас спокойненько укладывается наверху. Все отлично. Сейчас есть несколько вариантов. Можно связать синюю часть, а можно связать раскол внутри нашей горловины, чтобы вообще больше об этом не думать. Я думаю, что сейчас мы его и свяжем, оформим вот эту вот внутреннюю часть, чтобы можно было уже зашить шов вот здесь вот и оформлять тогда синюю полосу. Или как вариант синюю полосу связать дополнительно и пустить ее до плеча. Вот. Оставить открытые петли, а потом соединить с той частью, которая у нас получится по спинке. И мы таким образом получаем единое полотно без шва. То есть у нас на белой части не будет шва и получается на синей полоске тоже не будет шва. Это очень хороший вариант. Но сейчас первым делом мы с вами оформляем раскол. Как мы его делать будем? Расколом будем оформлять, растянув нашу горловину. Делаю это до того, как мы все зашьем, потому что вот таким вот единым полотном у нас уже это сделать не получится. Вот горловинку растягиваем и делаем тоненький раскольчик для того, чтобы вставить в него потом воротник. Можно измерить количество сантиметров нашей горловинки в спокойном лежачем состоянии. Это 30, ну, 38 сантиметров. Так, 38 сантиметров. Это будет петли. 38 сантиметров длина горловины умножаем на 2,3 петли, получается 87 петелек. 87 петель это горловина для раскола. Так и пишем горловина. На всякий случай записываю все. Горловина 87 петель. Идем вяжем. Надела горловину изнанкой к себе на 80, наши 7 петель, игл, горловинку вот так вот растянули, и изнанкой к себе за протяжку, за самый-самый кончик надела на иголки. Сейчас провяжу буквально 3 рядочка, потому что у меня мало, такие малые объемы, и если я буду делать большой раскол, он мне займет очень много места. Поэтому я провязываю чуть-чуть. Вы смотрите, на нормального, полноценного, хорошего ребенка можно и пару сантиметров связать раскол. Можно 1,5 сантиметра, вот такой небольшой. Небольшую планку будем вязать. Я свяжу буквально 4 рядочка, не больше. Можно было на более рыхлой плотности провязать первый ряд, потому что нам опять надевать это сейчас все на иголки. Раз, два, три, четыре. Ну, больше вообще нельзя. Так, сшивать я буду все равно. Ну, здесь оставлю веревочку, которую начну сшивать. Хотя нет, сшивать я буду все равно не. Это спинка, сшивать я начну спереди, поэтому нить можно даже не оставлять. Так, беру контрастную нитку, вспомогательную катушку, и на катушку снимаю один ряд. После этого набрасываю несколько рядочков, чтобы не потерять открытые петли. Если планируется не скоро обработка вот этой детали, можно петли закрыть. Это очень хороший способ закрывать сбросовую нить, потому
потому что, что бы я потом ни делала с этим изделием, у меня петли не потеряются, поэтому я закрываю бросовую нить. Вот как здесь, я краешки закончила и закрыла, видите, у меня закрытые петли, я не боюсь, что у меня что-то слетит и потеряется. Закрываю петли и делаю раскол со второй стороны. Берем, вот видите, что получилось, очень хорошенький край. Берем вот эту вот нашу планку, отгибаем к себе, видите, вот изнанка. И смотрю, у меня вот здесь вот четко видные петли, вот они. Вот их я и надеваю на иголки, чтобы белый ряд остался внутри. Надеваю нашу планку, вот она получилась. Планочка, отворачиваю ее лицом внутрь и смотрю, у меня между белыми косами и красной планкой есть вот такие вот петелечки. Это первый ряд, который мы провязывали, хорошо видно, и каждую вот эту петлю я теперь надеваю на иголку. Это у меня будет первый ряд для провязывания второй части раскола. Как я говорила, когда начала вязать, можно было этот ряд сделать порыхлее. Тогда проще надевать на иглы вот эти вот петли. Но они, в принципе, и сейчас не тугие, поэтому надеваю их всех, каждую петельку, чтобы их было столько же, сколько и петель на нижней планке. Те же самые количество, 87. Провязываю 4 ряда и повторяю вот эту же операцию. Катушка вспомогательную я закрываю любым удобным способом, потому что вшивать воротник я буду в последнюю очередь. Это последнее, что я буду делать. А до этого времени, если я не закрою вспомогательную нитку, она у меня просто распустится и спустит все петли. Мне это ни к чему. Поэтому, повторяю вот эту операцию, у меня получится ровненький раскол. То есть внутри будет изнанки, а сверху два полотна лицом наружу. Получается, что между ними я спокойно вставлю любое полотно, и все будет очень чисто и красиво выглядеть. Вот. Делаю то же самое. То есть надеваю все петли, провязываю 4 ряда, снимаю на вспомогательную. После того, как связали косичку, нужно вязать синюю планку. Планку будем рассчитывать, исходя из нашей схемы. Положили косу на схему и смотрим. У меня величина рулика 38 сантиметров. Записываю. А планка синяя, если центрировать по уголочку, получается 26 сантиметров. Ширина планки 4 сантиметра, как я уже говорила. И сейчас наша задача их связать и соединить. Вот с одной стороны я уже сделала, сейчас покажу как. Рулик 38 сантиметров. У меня в одном сантиметре 2,3 петли умножить на 2,3 равно 87. Но я чуть-чуть поменьше сделаю. 84 петли это рулик. 84 петли на 9 рядов. Потому что 9 рядов это оптимальное количество рядов для того, чтобы можно было завернуть этот рулик и прикрыть шов. Ширина планки 26 умножить на 2,3 равно 60. 60 петель. Планка непростая, она с отверстиями для того, чтобы продеть шнур. Поэтому мы вывязываем отверстия в удобном порядке. Я буду делать отверстия 2 рядом и небольшое расстояние между ними для того, чтобы шнур можно было разместить, вот так вот, перекрестив его через эти отверстия. Так, берем сейчас
машинку и первым делом вывязываем синюю планку отдельно. Потом мы вывязываем рулик и соединяем все три детали одновременно. Провязали рулик по расчету 84 петли, 9 рядов. Теперь берем синюю полоску и надеваем ее на иглы. Изнанкой к себе, лицом от себя. Вот здесь мы закрыли начало вязания, сама планка и закрытие такое вот рыхленькое. Поэтому вот эту вот нитку мне не жалко, и с этой стороны будем закрывать лицом от себя. И надеваю петля на петлю прямо на рулик. Не забудьте, когда будете вязать планку, после синей нитки провязать ряд катушечный. Гораздо проще будет надевать это вязание на иголки. Надеваем до конца. Так, надели. И теперь сверху, лицом к себе, косу за протяжки. Растягиваете от начала до конца и надеваете за протяжку на каждую иглу. Так, с этой стороны все просто. А со второй стороны, здесь у меня заканчивается синяя планка, оставьте одну петлю на сшивание, потому что мне придется сшивать этот рулик. И для того, чтобы сшивание получилось аккуратно, мне нужен один петельный столбик. Одна игла пойдет на сшивание петля. Все остальное надеваете аккуратненько на иглы равномерно. И вот этой же рабочей ниткой, которую мы провязывали рулик, закрываем удобным способом. Самое главное, не перетягивать. Закрывать косичкой. У меня получается, что я закрываю петли трех полотен одновременно. Таким образом у меня идет сшивание косы, синей планки и рулика. Вот что у нас получается в итоге. Две синих полосы и между ними совершенно очаровательная коса. Занимает это место. Ну, собственно, как мы рассчитывали, когда мы расправили косу, видите, она улеглась ровно на то место, которое для нее и предназначалось. Все совершенно точно и четко получается. Вот синие рулики, белые рулики и синие планки. Моя задача теперь вывязать спинку и перед цветным узором. Узор у меня будет фанговый, достаточно простой, но при этом яркий и симпатичный. И связан будет до рукава, до проймы. Вот до сюда у меня будет узор. Собственно, вот такой вот он и планируется. То есть у него высота узора, раз уж у нас получается так, что вязание чуть-чуть ниже оказалось, чем мы рисовали изначально. Высота, ну, пусть будет 16 сантиметров. А ширина будет равняться спинке полностью и заходить на перед. То есть ширина нашей планки, могу даже вот так вот померить, вот от начала до 9. И плюс вся спинка. Вся спинка у меня, как мы уже с вами смотрели, 25 сантиметров. То есть цветной узор будет идти всю спинку и заходить наперед. Проще посмотреть вот так, сколько не хватает на край. Наложили и посмотрели, что здесь действительно
Ну, 10, пускай будет 10, вот так вот. 10 плюс 25. И на 16 сантиметров. Берем узор, делаем обязательно расчетный образец и смотрим, сколько у меня в одном сантиметре петель и рядов. Расчетный образец небольшой, 30 петель, 60 рядов. Смотрим, 60 рядов это 8,5 сантиметров, а 30 петель это 13,5. Больше не нужен. Берем калькулятор и делаем расчет. Узор может быть абсолютно любой. Не обязательно такой. Ну, как его вывязывать, я вам сейчас покажу. 30 делим на 13,5 равно 2,22 петли. 60 делим на 8,5 равно 7,05. 7 рядов. Вот это вот петельная проба моего узора. У меня 16 рядов, 16 сантиметров рядов, значит 16 умножаем на 7 равно 112 рядов, а 10 плюс 25 это 35. В принципе, смотрите, если у вас жилетка большая и не хватает, можно вязать и поперек. Может быть, даже будет и еще интереснее, можно посмотреть. Вот так вот оно вдоль идет, а вот так вот оно поперек идет. Может быть, и стоит вязать поперек, потому что у нас полоски пойдут. Отделочные полоски пойдут вдоль. Ну, в принципе, этот узор хорош и вдоль, и поперек. И совершенно без разницы. Я говорю, просто имею в виду, что если у вас вдоль не помещается, вяжите поперек. 112 рядов, 35 умножить на 2,22 равно 70, ну, 78 петель. Вот такой вот у нас получается расчет. Набираем 78 петель и вяжем 112 рядов вот таким вот узором. Начинаем и заканчиваем вспомогательной ниточкой. Все как обычно. Узор я взяла косые квадратики. Его можно посмотреть у нас на сайте. Но рисунок очень простой. Сейчас вам быстренько покажу, как нужно вязать. Для вязания лучше всего использовать линейку 1 к 3. Вот я, у меня вот эта вот иголочка была в прошлом секторе. Я ее убираю, выдвигаю следующую. И вот эта линейка 1 к 3, чтобы не путаться, вручную обязательно перепутайте. Линейка не дает возможности запутаться в порядке выдвижения игл. Выдвигаете каждую четвертую иглу. То есть 3 работают, четвертая в переднем нерабочем положении. И берем по очереди цвета. У меня был белый, значит сейчас будет синий. Синий, 4 ряда. Если машина не провязывает 4 ряда, вяжите 3, вяжите 2, как угодно. Потому что рисунок, чем больше рядов вы провяжете, тем более насыщенный, более красивый он будет. Если машина возьмет 6 рядов, будет вообще прекрасно. Будут такие насыщенные квадратики, не прямоугольнички, а прям квадратики. Убираем в рабочее положение все иголочки и меняем местами. Так, была вот эта иголка, выдвигаю следующую. И линейка 1 к 3 ставит переднее положение каждого четвертого дня. После синего цвета идет красный. Берем красный цвет и провязываем 4 ряда. И вот таким вот образом можно не 3 цвета, можно 4, можно любое количество цветов использовать в таком варианте. Будет очень красиво. И этот узор очень красив, именно когда яркие, либо яркие цвета, либо переходящие один в другой. То есть цвет одного цвета, но разных тонов немножко. Главное,
Обязательно не забудьте включить рычаги частичного вязания, чтобы машина не забирала в работу иглы из переднего нерабочего положения. Ну и, естественно, все это ставится руками. У кого-то есть такие линейки, у кого-то есть наборные линейки. Ну вот, очень простой узор, очень легко вяжется. Самое главное, следить за сменой цвета, чтобы не перепутать. После красного идет белый. Берем белую ниточку и провязываем 4 ряда. Причем тифанговый узор очень красивый и с лица, и с изнанки. Они одинаково хорошо смотрятся вот в таком цветном исполнении, в любом варианте. Ну вот так вот провязывайте нужное количество рядов, всего лишь каждый раз сдвигая выдвижение иглы на один шаг, на одну иголочку. И самое главное, пользоваться линейками, потому что если выдвигать это пальцем, скорее всего, вы запутаетесь и где-то что-то собьете. Вот. У тех, у кого ручная прокладка нити, следите за язычками, потому что поднимать такие узоры не очень интересно. Бывает, что происходит сбой. И если все-таки у вас убежала петелька, не старайтесь поднять ее вот прямо на машинке. Довяжите, поднимите потом по лицу, потому что очень тяжело понять, какую петлю, где нужно провязать, поднять. Перевернете вязание и по лицу просто крючком поднимите в том порядке, в котором нужно. Итак, я провязала 60 рядов, мне нужно провязать еще столько же и снимаю все на вспомогательную ниточку. Как вот я начала с вспомогательной нити, вот так же на вспомогательную нить я все и сниму. Так, вот у нас центральная часть, вот у нас связанные узором спинка и часть переда. Видите, часть переда, ну давайте вот так положим, вот спинка, оно как раз у нас ложится с загибом на перед. Между ними четко совершенно укладывается вот эта серединка с косами. Здесь мы потом ставим рулики, но это потом, когда будем оформлять, так немножко повыше. Так, вот у нас вот так укладывается наше вязание. Учитывая, что синие части, синие полоски прямые, мы не делали их изогнутыми, они изогнулись у нас сами. Вот на вороте. Вот здесь они могут быть немножко присборены. Вот это все уйдет в процессе сборки. Вот этой части будет не видно. Вязание настолько эластично, что оно уляжется так, как нам нужно. Все будет идеально лежать, идеально смотреться. Так, мне вот эта часть не нужна, она будет сейчас мешать, поэтому убираю. Смотрим, что у нас получается. Вот так у нас лежит наше вязание. Вот по верхушке. И смотрю, сейчас мне нужно сделать белые вставки. Цветное вязание идет вот как я и планировала. Вот. Да, четко по вот эти вот места. Вот они. Сейчас я обвожу. Ну, с одной стороны, потому что они симметричны. Так, вот, четко совершенно сюда улеглось. Это синяя моя полоска. Вот она. И она вот до сюда идет. Так, моя задача теперь связать белую вставку. Сейчас я обведу, чтобы было видно, что я сейчас буду вывязывать. Причем вот эта белая вставка, она должна быть такой, чтобы моя жилетка не составляла квадратик, чтобы все-таки был какой-то рельеф. Поэтому вставочка должна быть тоже не прямая. Вот здесь вот небольшой загиб сейчас делаем частичным вязанием. И, наверное, вот такого вот вида мы делаем эту с вами вставку. Тоже можно делать квадратиком, а можно вывязать уголки. Тогда она четко ляжет, потому что квадрат сейчас даже вот имеет вот такой вот угол. Вот этот уголок нам, видите, прямой угол — это прямое вязание, а вот этот уголок придется либо вытягивать, либо вывязать. Проще вывязать, тогда вязание ляжет без натяжения и будет очень хорошо смотреться. Поэтому вот здесь вот мы начнем делать прибавки и сделаем небольшую прибавочку.
Сзади тоже пойдет этот же уголок абсолютно симметрично. И ну, задней частью мы будем заниматься потом, по факту уже того, что получится. Вот как вывяжется, так и мы сделаем заднюю часть. Мы не будем заранее все рассчитывать и высчитывать. Получили какую-то часть, по факту вывязали следующую. Получили следующую, перерисовали на схему на нашу и смотрим, что мы можем сделать дальше. Это в данном, на таком сложном изделии, самый простой вариант, потому что даже если вы идеально считаете, даже если вы идеально подбиваете все детали, может быть небольшой сбой. Когда у нас изделие состоит из большого количества разнонаправленных или из разных кусочков вот таких вот состыкованных, лучше делать постепенно. Тогда не будет разочарования в конце, и вам придется ничего распускать и корректировать. Поэтому сейчас наша задача вывязать две таких вот фигуры. Вот она должна идти. Можно даже сделать ее попроще. Чтобы не сильно на плечи оно наезжало, можно даже вот немножко вот так вот скорректировать. Предположим, плечи у нас меньше. Вот так вот корректируем. То есть, как угодно. Смотрите, не хотите, чтобы плечи вот так широко лежали, были вот такие массивные, потому что у меня у куклы плечики узенькие, а попа огромная. Очень тяжело вот это все стыковать, потому что у детей все-таки фигура не такая ужасная, как у этой куклы. Поэтому можно даже связать вот здесь вот поменьше и вывести вот на такую часть. Вот. То есть это сложная конфигурация. Хотите, вяжите сложную, хотите, вяжите простую. Как удобно. Самое главное, начинаем мы с этого края. Вывязываем подгиб, который у меня будет выполнять роль рулика цветного. Вставка белая, рулик или подгиб, как хотите, назовите его, будет синий. Синий подгибчик делаем. Вывязываем вот эту часть и будем все это дело стыковать. После того, как мы все состыкуем, приложим, посмотрим, что получается, тогда будем уже вывязывать последний элемент, это спинку. Я имею в виду последний элемент на вот этой кофточке, потому что нам еще останется подгиб снизу и воротник. Вот воротник и подгиб – это самые последние элементы. Я имею в виду последний элемент после стыковки основной полочки – это оформление уже спинки. Но пока две детали мне нужно сделать. Поэтому сейчас я их перерисовываю на отдельную бумажку и смотрю, что у меня получается. Именно в том варианте перерисую, какой мне удобен. Я не буду делать огромные плечи. Считаем, что у меня плечи вот тут. Плечо. Поэтому и вот деталь у меня будет очень сложная. Сейчас я даже нарисую синим, потому что что-то тут уже много черного. Раз, два, три, четыре. Вот такую сложную деталь сейчас я перенесу на листик и будем с вами ее считать. Так, измеряем, что у нас получается. Мне нужно провязать, ну, здесь 10 сантиметров. Значит, поскольку симметричная деталь, 10 на 2 это 20 сантиметров, это будут петли. Рисую, чтобы было видно. 20 сантиметров это петли, а петель у меня 2 и 3 петли умножить на 2 и 3 петли в одном сантиметре. Получается, что я должна провязать 20 умножить на 2 и 3 равно 46 петель. Это длина вот этой планочки. Ну и ширина минимальна. Ширина тут буквально меньше 2 сантиметров, поэтому у меня 1 сантиметр пойдет на планку, буквально 4 рядочка, и 1 сантиметр пойдет на саму подгиб. Подгиб синенький, планка белая. И вот эту часть мы будем вывязывать частично. То есть я не буду выделывать какие-то сложные конфигурации, мы свяжем очень просто и очень эффектно. Мы сделаем, как бы нарисовать вот такое вот закругление, то есть у меня пойдет вот эта планочка, и она будет закругляться вот так вот закругляться на руку. Она будет опускаться на руку вот таким вот плечиком. Достигается это всего лишь частичным вязанием, которое мы сейчас с вами сделаем. Мне главное 46 петелек и посмотреть вот на мои детали. Плечика может быть где-то сантиметра 4, то есть 4 на 4 это 8.
8 сантиметров с одной стороны, 8 с другой, поскольку деталь симметричная. 8 умножить на 2 и 3 равно 18. То есть, поскольку деталь будет вот так вот выглядит, видите, вот, деталь всего лишь будет выглядеть вот так. Вот эта часть будет 18 петелек, 9 и 9. Все. И вывязывать я ее буду вот как получится. Я даже не буду рассчитывать, поскольку у меня есть частичное вязание, вывязывать буду по принципу носка пяточки. Все, все техники, все технологии одинаковы. Самое главное, применять их в самых разных местах, совершенно непредсказуемых. Вот это наше чудное плечико, которое мы сейчас получим, необычное, это пяточка носка, которую мы сейчас вот здесь вот с вами и вывяжем. Идем к машинке, набираем 46 петель, вывязываем синенький подгиб на 46 петельках. Вот эту часть вообще не буду вывязывать, вот этот уголок. Я сначала хотела, но передумала, потому что очень малые детали, и они улягутся сами. Если у вас деталь большая, огромная большая деталь, потому что ребенок большой или так получилось, вот этот уголок высчитать тоже нужно. То есть вы вот здесь вяжете не прямое полотно, а с увеличением. Собственно, это совсем не сложно. Буквально чуть-чуть, смотрите, здесь прибавить-то надо будет там 3 петли за всю длину вот этой планочки. Совсем не сложно, но вот этот уголок спасет вас от перетягивания вязания. У меня минимальный совершенно размер, на котором ну просто негде вывязывать прибавки, потому что там 4 ряда буквально будет. Поэтому, смотрите, большое изделие, конечно, требует вот это вот укладывание уголка. Не, если изделие маленькое, то такая необходимость отпадает само собой. У меня получается, что вот здесь мне нужно как можно меньше провязать, потому что кукла крошечная. Вот. У меня другая проблема, мне негде развернуться. Поэтому я буду все вот так вот компоновать, сжимать, чтобы только объяснить вам, как это связать на достаточно большом и полноценном изделии. Поэтому сейчас я набираю 46 петель, провязываю 8 рядов подгиба, делаю подгиб, провязываю частичным вязанием середину из 18 петелек и 4 ряда основного вязания, все снимаю на вспомогательную нитку. Пойдем вязать. Провязала подгиб 46 петелек. Подгиб у меня 6 рядов, я смотрю, хватит или нет. Он минимален. Поскольку рулики у нас маленькие, если у вас рулики большие, то и подгиб побольше. Если рулики, как у меня, крошечные, вот только чтобы прикрыть шов, то и подгибчик это должен быть минимален. Так, чтобы натянуть открытые петли, если у вас начинаете вы все вспомогать на нитке, или обвив, если вы начинаете с обвива. Ну вот мне натянуть сложно 6 рядов, я провязываю 7 и смотрю, что изменилось. В принципе, натянуть уже можно. Сложно, но можно. Можно провязать еще раз. Но смотрите, насколько вам нужен большой такой подгиб. Чтобы не страдать и не мучиться. Так. И теперь вот эти вот подгибчики, обвив или открытые петли, надеваем на иглы. У нас готов цветной подгиб. Теперь будем вывязывать белое полотно. Я надеваю на иглы. То есть делаю простой подгиб вместо рулика. Можно было рулик придумывать, но в данном случае это не функционально. В общем-то, это совершенно не важно, потому что рулики это хорошо, но в каждый рулик придется все равно зашивать, чтобы он не разматывался. И держал форму и прикрывал именно то, что нам нужно, а не то, что он сам хочет. Потому что они ведут себя непредсказуемо, если рулик не зашить. После первой же стирки он выпрямится. Или загнется не туда. В общем, швы будут сами по себе, рулики сами по себе. Поэтому нам в конце вязания, как последний штрих, придется эти рулики все-таки вручную подшивать. Но до этого у нас еще не скоро. Сейчас мы надеваем. Учтите, что это две детали, детали симметричные. Поскольку я не стала выполнять их как-то особо в разные стороны по-разному, они две абсолютно одинаковые детали нам нужны будут. Поэтому, если вы что-то делаете, обязательно записывайте. Детали парные. Они либо симметричные, либо в зеркальном отражении должны идти. У нас детали симметричные, одинаковые.
Но все равно, если вы что-то где-то делаете, что-то меняете, обязательно записывайте. Просто перед вами лежит бумажка, карандашик, написали. Подгиб 8 рядов. Вот я себе отмечаю. Подгиб 8 рядов на 6 плотности. Я себе записываю все. Теперь провязываю один ряд целиком. Белый. Уже беру белую. Обязательно белая отделка у меня. Не отделка, а основное полотно белое. Один ряд. Сглаживаю весь подгиб. Завяжу ниточку, чтобы ничего не отвалилось. И буду вывязывать пятку. Поскольку у меня 18, посчитано, что уже 18 петелек, где-то 9,9. Значит, все остальные со стороны противоположной от каретки я ставлю в переднее положение. Провязываю до вот этих игл, выставленных в переднее положение. Выставляю в переднее положение все иглы до 9, то есть чтобы у меня в середине оставалось 18 по расчету, выставляю тоже в переднее положение. И все, начинаю на вот этих иголках вывязывать пяточку. При этом я помню, что ряд, видите, здесь у меня на этих иглах на один ряд больше, чем на левых иглах на один ряд больше, чем на правых, за счет того, что я перевела сюда нитку. Я не категорично, а просто не люблю рвать нить каждый раз, когда в этом возникает какая-то такая необходимость. Я просто перевожу ряд, провязываю. Это не критично, потому что после того, как мы закончим частичное вязание, мы выведем нить на правую сторону и выровняем вязание. У нас количество рядов общее будет одинаково. Поэтому ничего не рвем. Выставили иглы в переднее положение, теперь вывязываем пяточку. Какую хотите. Можно по одной игле выводить, можно по две. По две иглы, если будете выводить, у вас будет небольшой такой уголок. Если по одной, уголок будет такой хороший, кардинальный. Ну, вот давайте с вами сделаем по одной игле. По одной игле выводим в переднее положение. Раз. По одной игле. До какого-то там значения. Традиционно пятка вывязывается до 1 трети, но поскольку у нас не носок все-таки, а плечико, тоже слишком сильно плечико, наверное, вывязывать не стоит. Вот смотрю, хватает ли мне вот такого плечика. Наверное, хватает. Получается, что здесь раз, два, три, четыре. Здесь раз, два, три, четыре. Я вывязала симметрично. Теперь, если мне хватает, я записываю 4 петли. Убираю с минусом. Знаю, что у меня в середине остается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. В середине, вот пишу прямо, в середине 9 петель. Все, я записала. Когда я буду делать следующую деталь, я не сделаю ни больше, ни меньше. Я сделаю столько же. Теперь по одной иголке начинаю вводить в работу обратно. Лежу за язычком. Последнюю ввела. Обвиваю иглу и выставляю. Вот у меня все, у меня пяточка моя закончилась. Обвиваю иглу, которая у меня уже 10-я, она уже выходит за пределы плечика. Ставлю в работу иглу с правой стороны, вот то, что я вам говорила в начале, и выравниваю вязание. Просто ввожу каретку на край. Все, плечико вывязано, подгибчик вывязан. И теперь я вяжу саму длину нашей планочки. Как я уже говорила, она должна быть минимальна, просто потому что у меня тут крошечные размеры. В принципе, она может быть и достаточно широкой, потому что чем шире вот эта отделка будет, тем симпатичнее. У меня просто нету места для него. Все ушло на широкую косу. Поэтому вот такая вот особенность. Мне придется как-то мельчить вот на этих местах. Поэтому сейчас я провязываю буквально 4 ряда. И все, мне больше физически места не остается на вот эти вот места. Вот мое плечо.
Вот мой подгиб. Там дальше будет красный ролик между синей планкой и вот этой белой. И, в общем-то, этого достаточно. Отрезаю лишнее, чтобы оно мне не мешало. Беру контрастную нитку и снимаю на вспомогательную нить. Главное через катушку, потому что я потом буду надевать открытые петли. Мне гораздо проще это делать через катушечную нитку. Так, что ничего не слетело. Бросовая нитка моя. Ну, это будет синяя. А вот он, розовенькая. Снимаю на несколько рядов. Помните, что если... О, видите, оно уже и слетело. Если у нас долгое время мы не занимаемся нашим вязанием, если какое-то время оно будет лежать, лучше закрыть вязание. Оно лучше сохранится. Особенно, если у нас какие-то скользкие легкие ниточки. И закрываю. Именно для сохранности моей модели, потому что когда я буду ее еще собирать, к тому времени я могу все эти петли, ой, просто упустить. Поэтому я просто закрываю вязание удобным способом, и на какое-то время я об этой детали могу забыть, поскольку сборка у меня будет проходить после того, как все детали будут готовы. Я буду их периодически друг к другу присоединять, отсоединять, смотреть, прикалывать. Именно для сохранности вязания вспомогательную нить тоже закрываю. Все, вот эту закрываю, снимаю с машины, могу примерить, могу приложить к выкройке, могу приложить к моей модели, но в принципе вывязываю абсолютно такую же вторую деталь, пока не забыла, как это делается. Не отвлекаюсь, вывязываю детальку, и после этого мы с вами уже должны выходить к спинке, смотреть, что у нас получается со спиной, потому что остается только одна важная деталь для полочек. Это верхняя часть спинки. Вот сейчас вывязывайте вторую вот эту планочку с рукавом и идем рисовать спинку. Провязали две детали. Две детали одинаковые. Откладываем пока в сторону. И для того, чтобы не рассчитать спинку, моя задача сшить горловину. Горловина у меня будет сшиваться вот так вот в стык горизонтальным трикотажным швом. Вот я из остатка нитки, который у меня беленькая оставался, беру вот эту нить и сейчас буду сшивать. Складываю в стык белые части и по лицевой стороне, чуть-чуть подогнув вот эти розовые подгибы, розовую вспомогательную нитку, начинаю сшивать не открытые, а петли через черную нитку. Черная нитка у меня отлично выделяет петли, вот они, крупненькие, хорошенькие, хорошо видно с двух сторон. И учитывая, что планки абсолютно одинаковые, прекрасно все должно состыковаться. Красный подгиб, нитка со стороны дальней, поэтому раз нитка с той стороны, начинаю сшивать с этой. То есть всегда беру первую петлю со стороны, противоположной от рабочей нити. Если у меня нить сама по себе, то там без разницы. Главное состыковать лицом к лицу, чуть-чуть подогнуть подгиб, чтобы он не мешал, не подгиб, а вспомогательную, конечно. И ищу первую петлю. Первая петля. Тут видите, как хорошо, что все вспомогательные нитки у меня закрыты, иначе все это давно бы уже куда-то могло потеряться. Так, первая петля, вот она. Раз, вхожу в нее сверху и выхожу из соседней петли, отмеченной черной вспомогательной ниткой, катушечной, снизу. Так, смотрю, чтобы все вот это вот, вся вот эта бахрома находилась внизу. Наверху у меня только рабочая нитка, все остальное убирайте вниз, оно будет мешать. Так. Очень много бахромы всякой, которую мы
в итоге уберем, но пока она никуда не девается, она нам пока, ну, пока нужна. Так, подтянули чуть-чуть. Смотрю, здесь первая петля, вот она, вот вторая. Раз, два. Сверху вошла, снизу вышла. Обычный трикотажный горизонтальный шов, который нам создаст эффект такого бесшовного вязания. Вхожу в ту петлю, из которой я только что выходила. Вот она. И выхожу из следующей. Самое главное, никакую петлю не пропустить. И подтягивать ниточку до длины петли такой, каково у нас вязание. Выравниваем петли. Выхожу из ту, из которой уже выходили. И выхожу из соседней. Собственно, вот это вот и есть трикотажный горизонтальный шов. Очень удобный. В принципе, он достаточно быстрый при небольшом даже навыке. Катушечная нить дает возможность нам отслеживать все петли, ничего не потерять. Так, раз, два. С одной стороны. Где-то катушка. Вот она, раз. Раз. Игла специально для того, чтобы не порезаться, но в данном случае она не служит не хорошую службу, потому что она совсем тупая. Раз, два, вышли с этой стороны и так далее. Заходим в ту петлю, из которой выходили, и выходим из следующей. Так, ну вот самый сложный промежуток уже прошли, теперь все петли видны хорошо. Вот они, получается абсолютный эффект такого бесшовного вязания. Быстренько сшиваем и сейчас будем вырисовывать спинку. Снимаем лишние нитки. Так, до конца сшили. И вот видите, шва не видно. До конца сшиваете. Шить рулик тоже желательно бы. Учитывайте, что внутренняя часть — это лицо, потому что у нас рулик изнанка идет. Поэтому сшиваете его и останавливаете. Моя задача осталась довязать только спинку, вот эту вот верхнюю часть, и все собрать. Поэтому прямо на вот этом же переде я буду смотреть, что мне нужно связать для спинки. Итак, у меня вот эта вот часть связана. Вот эта вот часть связана. Вот рукавчики. И смотрим, что у меня остается вот тут вот, поскольку вот плечики совпадают. Здесь вот все совпадает, вот отсюда они идут, то смотрим, как у меня вырисовывается вот эта вот окружность. Даже немножко подальше. Вот. Могу спокойно вот эту часть обвести. Вот это вот моя спинка, которая уже вывязана. Так вот, отсюда до сюда. Вот так вот я ее и обвожу. И смотрю, что у меня уже связано. То есть вот эта часть у меня уже связана. И беленькая часть, вот это тоже у меня связана. Вот она. То есть у меня вот здесь вот синие кусочки. Ну, буду смотреть по одной стороне. У меня получается вот такая вот очень сложная конфигурация. Обведу с одной стороны. Вот эта часть у меня провязана. Беру середину. Вот так вот все связано. Вот так, вот так, вот. Моя задача — связать две вот такие вот детали. Я даже заштрихую. Вот. Вот это вот то, что мне нужно связать. В симметричном виде. Со второй стороны будет то же самое. Поэтому, как я могу сделать? Учитывая, что здесь тоже будет рулик, я вывяжу вот эту деталь, а потом просто все вместе соберу. Это как вариант. Поэтому моя задача всего лишь рассчитать, что тут мы должны связать. Считать буду по половинке. Итак, у меня начало — это 6.
на листике. 6 сантиметров основа. Начинаем основание. 6 сантиметров. Дальше высота. Считаем сначала с одной стороны. Высота 2 сантиметра. И поехали. Убавка резкая. У меня идет где-то 3 сантиметра. Я буду делать по простому расчету. 3 сантиметра резкая убавка. Дальше. Это вот такой квадрат. Мы ввязываем 2 сантиметра на 3. Вот он. Дальше у меня могу связать еще так, вот здесь вот 3 и оставшиеся 3 сантиметра. Но 3 сантиметра пойдут уже с уклоном. Уклон вывожу прямую. Буду сейчас делать быстренький расчет. По прямой уклон мой составляет 4,5 сантиметра. 4,5 на 10. На 10. Вот такие вот убавки. Прибавки. Пойдут прибавки в обе стороны. Это конфигурация. Здесь прямое полотно. Прямое полотно у меня идет тоже 2 сантиметра. Так, и прямо вниз у нас тоже идет где-то 3, ну, пускай будет 2. 2 сантиметра по прямой. А все остальное, в принципе, можно сделать вот так вот. По прямой тоже. Видите, мы не будем убиваться. На самом деле здесь бы чуть-чуть срезать уголок. Ну, хотите срезайте, хотите нет, потому что при том, что у меня рулик и том, что это вязание, оно слегка уляжется. Конечно, лучше было бы сделать вот так вот. Давайте сделаем пополам, поделим. Так, где-то на уровне. Где тут половина? Вот так вот опускаю вниз. Ну, вот здесь вот 1 сантиметр. 1 сантиметр. И получается, так, 3, конечно, вот здесь вот 1 сантиметр, да, получается здесь 1, и вот. Итого вот здесь вот 4, и вот такая вот у меня получается конфигурация. Сейчас мы с вами будем все это высчитывать, не переживайте. Сейчас посчитаем прямо, так, по кривой, прямо, прямо, прямо и в уголок. Берем калькулятор, начинаем считать. Так, первое, что мы делаем, вспоминаем нашу петельную пробу. Так, карандаш лучше видно. 4 ряда и 2 и 3 петли. Это наша петельная проба. Ручкой лучше видно. Я уже даже не знаю, как лучше рисовать. Итак, 2 сантиметра это ряды. 2 на 4 это 8 рядов. Дальше 2 это 8 рядов, всего 10 сантиметров. Здесь вот у меня высота 10 сантиметров на 4 это 40 рядов. Значит, 8 и 8, 40 минус 16 это так, 40 минус 16 равно 24. За 24 ряда я должна сделать вот такое закругление. Причем, как я уже говорила, делать буду посерединке. Ну, то есть вот здесь вот 12 и вот здесь 12 рядов. Так, теперь облегчаю себе жизнь. Беру графический расчет. Учитывая, что у меня 10 сантиметров, вот это вот высота, вот это 10. Поэтому на 4 ряда это 40. Я взяла... К сожалению, у меня нет сейчас принтера. Я написала от руки от одного ряда до 40. Вот. Если вам видно, начиная с первого ряда до 40-го. Здесь вот 40. Это мой графический расчет. На нем я сейчас нарисую схему. Потому что вот такие вот сложные конфигурации лучше все-таки порядно расписывать. Итак, 8 рядов. Так и пишу. Вот эта часть у меня идет. С одной стороны убавка. От 1 до 40, а с другой стороны вот такая вот сложная ломаная линия. Поэтому 8 рядов, сразу отмечаю 8. 8 сверху, это 32.
И вот эти 24 беру пополам, вот 20 рядов. То есть вот за это по прямой идет, и это по прямой идет. А вот здесь я смотрю, сколько я должна реально убавить. За вот это количество рядов я должна убавить. Ну, посмотрю на схеме, не буду вспоминать там. Беру просто линейку и смотрю. Опускаю вниз перпендикуляр середины. Вот мои, сколько там, 3 сантиметра, как я отмечала. И получаю, я должна убавить 4 сантиметра. Минус 4 сантиметра. И во второй части я должна убавить совсем чуть-чуть. Перпендикуляр. Второй части должно убавить. Так, вот так вот. 1,5 сантиметра. Минус 1,5 сантиметров. Так и записываю. То есть здесь минус 4 сантиметра, а здесь минус 1,5. Потому что у меня идет конфигурация сложная. Больше-больше, а потом меньше-меньше. Так вот, 4 сантиметра на 4. Это 6... Извиняюсь, это уже петли. Конечно, петли. 4 сантиметра умножаю на 2,3 равно 9 петель. И 1,5 умножаем на 2,3. Это 3,45. Но учитывая, что здесь был хвост от вот этой части, 4 петли. Так, и получаю что? По прямой на вот этом вот девятом ряду я убираю 3 сантиметра. Сразу. Минус 3 сантиметра. Вот она, вот эта прямая линия. Линеечка. Я сразу убираю 3 сантиметра, а потом иду вот эту вот сложную конфигурацию делать. Так, 3 сантиметра умножить на 2,3 равно 6,9. 7. Минус 7 петель. То есть на восьмом, на девятом ряду я убираю 7 петель, и дальше за 12 рядов я убираю 9 петель. Начинаю где-то с 11, потому что здесь у меня будет 3. Так, и смотрю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Очень просто, графический расчет. За вот эти 12 петель я убираю 4. 1, 2, 3, 4 на глаз. И вяжу прямо. Итого, смотрю, что у меня... Так, и здесь у меня получается 2 петли. Сейчас будем стыковать все. 2 сантиметра, 2 умножаем на 2,3. Так, 2 вот эти вот сантиметра по прямой равно 4,6. Закрываем 5 петель. Итого смотрим, сколько я убираю. Убираю минус 7. Считаю все это. Моя задача сейчас будет стыковать, чтобы, начав из вот этой вот начальной точки, я вышла сюда с двух сторон. Соединю вот эти количество петель и вот это, а потом сверху, верхнюю. Что получается? Сейчас считаю верхнюю часть. 3 сантиметра, это 7 петель. Плюс вот эти вот 4 сантиметра, это 9 петель. 1,5 сантиметра, 4 петли. И 2 сантиметра, это вот эти 5 петель. Равно 25 петель. Теперь смотрю внизу. Сразу у меня идет 6 петель. 6 умножить на 2,3 равно 13. То есть мне изначально набираю 13 до 13 петель, и перпендикуляр вниз, вот он, 4,5 умножить на 2,3 равно 10, плюс 10, получается вот здесь 10 и 13, 23 петли. Видите, что получается? С одной стороны 25, с другой 23. На 2 петли где-то ошиблась за счет вот этих вот всех десятых. Поэтому могу смело добавить, делать набор не 13, а
14 и 14 петель, итого 28 петель. Делаю набор 28 петель. Итого здесь уже 14. И за все 40 рядов я должна убрать, еще раз смотрю, 4,5 умножить на 2 и 3, так равно 10,35. Но у меня здесь получается 14 плюс 11, 11 петель я должна убрать за 40 рядов. Собственно, я стыкую одну часть и другую, потому что я должна из одной точки четко выйти, вот из этой точки я должна четко выйти вот в эту, на 0. То есть вот все петли, убранные сверху, должны равняться всем петлям, добавленным снизу. Все их просто стыкую. И стыкую на вот этой вот бумажке. Я просто на каждом ярусе расписываю, где что убираю, везде ставлю галочки. Я просто кладу перед собой вот эту сложную бумажку и по ней буду вывязывать. Никаких проблем. Теперь за 40 петель равномерно убираем 11. За 40 рядов 11 петель. 40. 40 делим на 11 равно 3,6. То есть через 3 и через 4. Карандашиком. Сначала карандашом. Все карандашом, потом, если у меня все стыкуется, делаю уже ручкой. Первая убавка, вот здесь, в этой точке, естественно, я делать не могу, поэтому первую убавку я делаю на третьем ряду. Раз, два, три. И дальше идет через четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Смотрю, сколько получается. 3, 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Четко? Четко. Все, оставляю этот расчет, могу его даже обвести. Единственное, что последнюю убавку лучше, конечно, делать не на 39-м, а на, ну, пускай будет на 39-м, на 40-м ряду. И поехали. Вот мои убавки. Я их обвожу как удачные, равномерные. Все. Здесь провязываю по прямой. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, три, четыре, пять. Равномерно. Все равномерно. Из точки одной я четко выхожу в другую точку. Беру машину, набираю, как я уже посчитала, 28 петель. По прямой 28 петель. И вот по этому расчету вывязываю такую сложную конфигурацию. Мне ее надо вывязать, слегка отпарить и сделать общую сборку нашего полотна, провязывая, присоединяя полотно и вывязывая рулики. Сложного ничего, но немножко такая кропотливая и очень интересная работа. Сейчас вывязываем спинку. Начинаем вязать. Вспомогательная нитка, одна катушечная, контрастная. И передо мной лежит расчет, вот эта схема, чтобы не запутаться где что. И вот этот порядный расчет. Можно еще такая вот, такой момент. Когда делаете вот такой порядный расчет, смотрите, вот здесь у меня идут убавки. Здесь я убавляю полотно, минусы. А вот здесь я делаю прибавки, я увеличиваю полотно. Поэтому, чтобы не запутаться, где что, и случайно не убавить, ставлю плюсики. Плюсик, прибавка, минус, убавка. Все, все вообще совершенно четко получается. Тогда точно не запутаетесь. Плюс это прибавляем, минус это убавляем. Передо мной лежат два расчета. Обнуленный счетчик. И смотрите, первая операция, которая у меня предстоит, это в третьем ряду сделать прибавку по краям. Потому что вот это у меня середина полотна относительно нолика. Ну, у меня здесь десятая иголочка. Вот относительно середины у меня пойдет убавки. Такие вот, минус 7 петель сразу. А по краям я буду делать прибавки для того, чтобы вывести на углы. Поэтому смотрите, как вы будете. Вы можете связать вот эти вот 2 сантиметра вместе, потом убрать на вспомогательную нитку, либо поставить в переднее положение и провязать одну часть. Либо, если у вас машина позволяет, есть каретка интарсия или машинка с ручной прокладкой, вы можете вязать одновременно. Я буду одновременно провязывать от двух клубков. У меня два синих клубка. Но прежде всего я вяжу три ряда на
всех иглах, после чего делаю прибавку. Прибавку буду делать простую, никаких сложностей, никаких конфигураций особых ввязывать не буду. Два, довязать ниточку, чтобы не развалилось ничего. Три. Учтите, что с разных сторон придется делать, то есть на одной на третьем ряду, с другой на четвертом. Ничего страшного. Делаю прибавку простую, выдвигаю переднее положение иглу, следующую, и провязываю ряд. Выдвигаю с другой стороны, эту ставлю в работу, провязываю ряд. У меня провязано 5 рядов. Следующая в третьем, следующая у меня в седьмом ряду прибавка. Поэтому 6, 7, 6. 7 и делаю то же самое. Прибавка с одной стороны, 8, прибавка с другой стороны, 9. Я провязала 9 рядов. Вот 9 рядов я провязала. В 9 ряду я убираю по 7 петель с каждой стороны. Сделала 2 прибавки по краям. Теперь моя задача из середины, вот отсюда, убрать по 7 петель. Вот эти вот 3 ровных сантиметра я убираю. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. То есть я 14 петель одним махом сейчас уберу. Вот, 7 с одной стороны, 7 с другой. 14. И беру второй клубок, убираю их и оставляю нитку с этого края. У меня все очень хорошо получается. Сразу две нитки, с которыми я и буду работать. Убирать, в принципе, можно и на вспомогательную ниточку. То есть тут будут открыты петли, которые я потом соединю с закруглением. Наверное, так проще будет сделать. Ставлю открытые петли, то есть ставлю их наоборот в рабочее положение, а остальные вперед. И вот эти вот петли я снимаю на катушку и набросываю нитку. Тоже как вариант. Можно оставлять открытыми, можно наоборот закрыть. Но если вы закроете, у вас будет небольшое утолщение при соединении деталей в последующем. Поэтому на катушку и закрываю вспомогательный. Давай, давай, давай. Так, при этом счетчик сейчас уберу. Вспомогательная ниточка. И несколько рядов можно закрыть, потому что в следующий раз я буду сделать сборку, чтобы не потерять петли. Раз, ну, несколько рядочков. Когда мы закрываем, никакой проблемы не будет. Раз, два, три. Ничего не обвивайте, главное. Когда вы делаете сброс на вспомогательную нитку, не обвивайте только основное вязание. Это очень важно. Иначе привяжете то, что надо снять, к тому, что будет провязано. Это неправильно. Снимаете и дальше вывязываете по расчету, прибавляя с одной стороны, убавляя с другой. Сложностей не должно быть никаких. Прибавка простая, убавка простая. Прибавка путем движения петли, иглы в переднее положение, а убавка просто переносом декером на соседнюю петельку. Петли открытые по центральной части мы оставлять не будем. Это уже будет лишнее. Будем их просто закрывать. Убираю все внутрь, чтобы не мешало. Все. Теперь, так вот это тоже само собой. Все, вот эти иглы у меня убраны. Перевожу ветку со стороны веревки. Ставлю в рабочее положение, обратно счетчик возвращаю и продолжаю вязать. Все, это мы выполнили. Теперь мне осталось только сделать убавки и прибавки по расчету. Совершенно четко. Следующая убавка у меня будет в 11 ряду, а прибавка в 10. То есть сейчас я
провязываю ряд и делаю сразу прибавку. Десятый. Потому что у меня шли прибавки неравномерные, там через четное и нечетное количество рядов. Поэтому в седьмом, в десятом, в четырнадцатом, в семнадцатом, то есть четное и нечетное. Вот я беру в десятом ряду, я делаю прибавку. А в одиннадцатом в середине делаю две убавки. Убавки путем просто закрытия петелек. Но учтите, что с одной стороны я делаю четко, с другой с запозданием на один ряд, потому что не состыковать. Так, теперь я могу здесь сделать прибавку с другой стороны, а здесь сделать убавку двух петель, вот этих вот. Перевожу каретку в другую сторону и делаю убавки с этой стороны. И вот таким способом я вывязываю мою эту сложную конфигурацию.